Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе на месте аварийной посадки Боинга 737 киргизского перевозчика «Авиатрафик». Самолет, летевший накануне из Красноярска в город Ош, в условиях плохой видимости выкатился за пределы полосы и потерял при этом шасси и часть крыла. На борту «Боинга» находились 153 человека, их эвакуировали при помощи надувных трапов. 6 понадобилась помощь врачей. По факту инцидента власти республики возбудили уголовное дело. Расследованием в том числе занимается специальная правительственная комиссия.